Завтра на Кицканском плацдарме будет большое торжество. Там будут отмечать 80-летие Яско-Кишиневской операции. Она началась именно здесь, на правом берегу Днестра, у Кицкан. Итогом стало полное освобождение Советской Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Именно с этого места 20 августа 44-го началась крупная военная операция. Ранним утром с артподготовки она продолжалась порядка 2,5 часов. Историки говорят вообще, что Яско-Кишиневская операция, ее можно сравнить с такими крупными военными битвами, как Сталинградская битва, Курская битва. Результат Яско-Кишиневской операции, насколько мы знаем, это выход на Балканы, это освобождение Советской Молдавии от немецко-фашистских захватчиков и выход Румынии из войны, капитуляция с последующим переходом на сторону Красной Армии. Сейчас на Кицканском плацдарме никого нет, но сотрудники коммунальных служб здесь были ранее, после обеда, где-то вот в это время, и пришли сюда для того, чтобы немножко прибраться, потому что все понимают, что завтра, да, юбилейная дата, 80 лет освобождения Советской Молдавии от фашистской оккупации, и немножко здесь прибрали, конечно, поэтому здесь чисто, здесь не грязно, что, ну, надо понимать, что, наверное, так и должно быть в принципе на каждом мемориале, чтобы понимать, что мы ценим и уважаем подвиг тех, кто отдавал жизнь за свободу и за жизнь нашу. Накануне в пятницу партия обновления организовала старшеклассникам встречу с историком Алексеем Русановым прямо на Кицканском плацдарме. Юноши и девушки возложили цветы к монументу, посмотрели фильм «Под открытым небом. Самый жаркий август», посвященный событиям тех лет. Пели песни фронтовых лет, участие приняли 40 старшеклассников из Кицкан, Тирасполя и Бендер. Церемония возложения начнется в 10 часов утра. В ней примут участие юноармейцы и суворовцы. В своих руках они будут держать портреты бессмертного полка. Затем будет театрализованное представление, в котором примут участие труппа Государственного театра «Виарика» и курсанты военного института. Затем в небо выпустят белые шары. Юрий Чернявский, Леонид Мастак, ТСВ.